все участники дворянских сыновьев марта 2011 героев этого награда Кравосия, мы шаманы все поддержали, мы несколько второй президентский срок. А я салон, лучший Медведев. Лучший награда. Здравствуйте, поздравляем вас с сегодняшним праздником. Лучший в мире. Благодаря Медведеву Путину. Дмитрий Анатольевич, мы очень просим избирателей на второй президентский срок. Тоже добрые слова от лица нашей интеллигенции. Несколько слов нашим руководителям с высшими наградами и второй президентский срок. Поздравьте, пожалуйста, Медведева. Да, я поздравляю. Спасибо, восхищаемся вами. Спасибо. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Наши музыканты лучше. Самые лучшие в мире. Поздравляем вас. С нетерпением ждем вас. Концерт. Спасибо. Музыки русских усадеб. Дворянские сезоны. Фестиваль продолжается. Вчера мы стали с вами свидетелями грандиозного открытия фестиваля. И надо отдать должное мужеству истинных любителей высокого искусства и Ее Величества музыки. Мы не поддались влиянию дождя и выдержали этот экзамен на прочность. Но мы всерьез были вознаграждены, в первую очередь, благодарные зрители, вы, мастерством артистов, которые щедро дарили свое искусство всем вам. Фестиваль продолжается, и сегодня мы готовы представить вашему вниманию редкую программу под названием «Обратная сторона блюза». Может возникнуть вопрос у кого-то из вас, что же общего между дворянскими сезонами, музыкой русских усадеб и блюзом? Ответ весьма-весьма прост. Ее Величество музыка, царящая в конце лета в удивительных аллеях старинного парка усадьбы Кузьминки. И сегодня она будет звучать с этой сцены. Джаз, блюз — это прежде всего искусство импровизации. Нужно быть настоящим мастером, воспитанным в хороших традициях классики, чтобы потом позволить себе экспериментировать с музыкальными гармониями. Закутываюсь в черный бархат блюза и невесом плыву, закрыв глаза. Об этом невозможно рассказать. От удивительного с музыкой союза чувствительнее становится душа, светлее становится, да просто молодеет, непостижимо как, но все шумеет влияние блюз на души. В бархат блюза, закутавшись, плыву, глаза закрыв. Как близок, как понятен мне мотив в душе моей открывшей настежь шлюзы. Итак, сегодня здесь звучит блюз. И музыканты, которые готовы выйти сейчас на эту сцену, участники самых различных международных первоклассных фестивалей. Джаз, блюз, рок-н-ролльных. И, например, они стали участниками крупнейшего фестиваля «Блюз Саммит», который собирает популярнейших блюзовых музыкантов со всего мира. Итак, приветствуйте, пожалуйста, Гия Дзагнидзе и группа «Модерн Блюз Бэнд» на этой сцене для вас. Добро пожаловать! Сегодня приехали дворянские сезоны Кузьминки, лучшие артисты джазовые России. Музыка русских усадеб, фестиваль «Дворянские сезоны» и «Модерн Блюз Бэнд». Добрый вечер, дамы и господа. Вы уже получили достаточную информацию. Не будем уже загружать разговором. Я думаю, пора начинать уже играть музыку. Thank you.
размеренно, неторопливо, аккордов тонкая слюда дрожит в ажурных переливах и в интегралах амплитуд рассчитаны любовь и горе. И мысль, и сердце бьются тут. Искусство с алгеброй не спорит, как педантичен каждый звук. Но как свободно песня дышит, ах, радость не познать без мук. Играй, играй, Шопен не слышит. Играй, как жаль, Шопен не слышит. Прекрасно! Прекрасно! Восхитительно! Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас, вашу многоженную супругу Светлану Владимировну, Илью Ильичу Медведеву, Владимировичу Путину, Александру, Марию Владимировну, Кирилл Кунь, Сергея Семеновича, Медведев, партии «Единая Россия». Уже все участники праздника Ильи Пророка и герои ВДВ на Красной площади. Владимир Анатольевич Шаманов, командующий, мужами командующий ВДВ, Владимир Анатольевич Шаманов, поддержали второй приедем, Нестеровы, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Владимир Татьяна, Владимир Марина. Мы все поддержали, голосуем со всеми героями ВДВ, Владимиром Анатольевичем Шаманом, патриархом его святейшества Московского Алексея Кирилла, второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева и высшей награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, фестиваля славы и чести России, Нобелевские премии мира, государственные премии России, главных героев России всей планеты, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, уважаемый господину президенту России, верховному командующему вооруженными силами России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Александру, Марии Владимировне, Екатерине Пунину, Сергею Семеновичу Савельну, Владимиру Анатольевичу Шаману, патриарху Кириллу, партии «Единая Россия», Владимиру Борисовичу Зотову, Родионову, Александрову, Авдееву. Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, право и честь. Сегодня здесь проходит в Кузьминках, концерт музыкальный, на котором будут представлены лучшие коллективы, музыкальные коллективы России, Петербурга, Санкт-Петербурга. Вот мы сейчас видим, музыканты готовятся к выступлению. Очень праздничная атмосфера, хорошая погода сегодня здесь, в парке Кузьминки. Здравствуйте, поздравляем вас, наших лучших музыкантов России и всего мира. For Russia. Медведев и Путин. For Russia. Our country. Yes. Вас Медведев и Путин. Поздравляем. Какие у вас впечатления сегодня от концерта? Что вы ждете сегодня от концерта? Несколько слов. Что вы ждете? Say good words. Публика, которая будет восхищаться. Спасибо. Поздравляю. Участники уже поддержали второй президентский срок. Все поддержали второй президентский срок Медведева, высшей награды Медведем, Путиным, Собяниным. Спасибо вам. Наша Россия, наш президент, вас наш сил, правда. Спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Good very well. Thank you. Будьте любезны, несколько слов. Что вы ждете от сегодняшнего концерта? Вы лучшие артисты России и всей планеты? Нет. Что вы ждете от концерта? Мы не России, мы Украины. Украина. Мы собираемся на второй президентский срок. Все высшие награды Медведеву Собянину. Партия «Единая Россия». Мы всегда да, за дружбу. Мы культурные. Спасибо. Желаем вам творческих успехов. Только что.
что артисты с Украины, России, со всего мира поддержали второй президентский срок. Все россияне, которые в Дювау, в Москве, все поддержали второй президентский срок. Мы не отточим Медведева. Второй президентский срок мы не отточим Медведева. Все поддержали. Мы не сермяписки. И высшая награда ордена медали Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Елена Медведева. Будет ли иметь саны? Да, ждем вас. Приезжайте. Алло. Сергей, партии не на свидание. А нет, он сейчас... Алло, Лена, да. Дима, Людмила Игоревна, ждем вас. Вы уже здесь, да? Ну, Виктория, прекрасно, Стелла, сейчас да. Будем с концерт. Людмила Рамовна, да, Людмила спасибо. Игоревна, ждем вас. Да. Кузьминка. Денис Фестиваля. Музыка без границ. Не первый год объединяет исполнителей из городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, чья история связана со славной фамилией княжеского рода Голицыных. Нынешнего фестиваля вы слышали множество интереснейших концертных программ, познакомились с множеством Вы услышите и увидите много интересных коллективов, которые будут исполнять произведения в диапазоне... Ждем вас, заходите. Лена, Дима, Людмила, заходите. Имеют огромный концертный опыт. Я приглашаю на сцену вокальный квартет «Визит» в составе Андрей.